Ну что, очередной привет, жара, Баку, картина ТВ на фестивале. Это вторая часть, второй выпуск влога, как и обещали. Это что-то новое, что мы пытаемся сделать, чтобы рассказать вам, зрителям картины ТВ, слушателям радио «Картина», о том, как проходит фестиваль. Если у вас есть свои идеи, пишите в комментариях, кого или что вы хотели бы увидеть. Потому что иногда здесь происходят очень странные вещи. Пацаны, вы чё, гоните? Наверное, мы что-то делаем правильно, потому что нас благословила сама мама российского видеоблогинга. Друзья мои, смотрите влог картины ТВ. Ну и сейчас немного хорошего настроения от наших друзей, от организаторов фестиваля «Жара» и от артистов. Кстати, я не знал, что Яна Чурикова вот так вот круто танцует. Друзья, смотрите, картина ТВ. Жара! На картина ТВ! Это Игорь, друзья! Да, это я, это Игорь. Жарко, возьми поцелуй! О, застыл! Этот французский поцелуй был адресован всем зрителям картин ТВ, всем слушателям радио «Картина». Спасибо, Ингрид, за хорошее выступление и за отличное настроение. Но сейчас небольшая подборка одних из самых ярких выступлений фестиваля за ушедший день. Каждую песню вы можете заказать в эфире радио «Картина». И обязательно дождитесь Артема Пивоварова, потому что он заставил петь все 10 тысяч зрителей. Как это было, прямо сейчас увидите. Ты же не забыл, ты не забыл, как ты меня тогда любил. И твои бездонные глаза так о многом мне хотят сказать. Алый кросс, из окна, из окна видишь ты. Сегодня у нас звездный гость, он ожидает нас в гримерке «Картина ТВ». Ой! Ты переоделся? Ты стесняешься? Вот босоногие ребята готовятся к работе. А вот и звездный гость, друзья. Брэндон, привет. «Картина ТВ», привет. Как настроение? Да настроение, я сказал бы, цвет настроения синий, но он бирюзовый. Все хорошо, то есть он мой, бирюзовый, красивый цвет. Все отлично, надеюсь, у вас тоже, я рад вас видеть. Раскрою секрет, Брэндон через 10 минут идет на красную дорожку вот так. Та-дам! Та-дам! Раз мы раскрыли тайну Брэндона, то есть предложение. Какое? Давай запустим рубрику «Никто не знал, но». Никто не знал, но. Ну что, раскроем секреты «Жары»? Давай. Что творится за кулисами? Да. Давай. Прямо сейчас не пропустите. Никто не знал. Но. Со мной рядом стоит сам Влад Соколовский. И в моей рубрике «Никто не знал, но». Но. Хочу тебя спросить. Давай. Вот от чего ты отказался, чтобы быть сегодня здесь на «Жаре» в Баку? Я думаю, что организаторы «Жары» в Баку оценят сейчас мой ответ. Я отказался от целого дня рядом со своей дочкой. Так что Баку многого стоит. Что, друзья, в ходе экспериментальной рубрики мы решили зайти дальше. И прямо сейчас Брэндон будет выходить на красную дорожку. Я отдам свой телефон, и вы увидите все глазами артиста. Добро пожаловать на красную дорожку. Привет, привет, привет. Какие все красивые. Следующий артист готовый. Знаете, от его песни лучше всего делать предложение девушкам. Потому что никогда не смогут вам прийти. Шикарное самочувствие. Вы как себя чувствуете, Баку? Почему ты снимаешь что-то непонятное? Я снимаю прекрасных людей.
Тебе режиссер. Вот, вот теперь, да, смотри, да. Сразу так захотелось это попассировать. Рубрика от меня, от Брэндона Стоуна. Никто не знал, но, и надеюсь, она вам понравилась, особенно красная дорожка. Ну что ж, Картина ТВ, я вас люблю, я с вами всегда. Ваш Брэндон. Спасибо большое. Сейчас вот так вот открою. Валерию, спасибо. Это было очень здорово.